107 нарушений скоростного режима зарегистрировал радар на новом участке Архангельского шоссе за 5 часов работы. В то же время наш город считается одним из самых безопасных городов страны и региона. Итоги 9 месяцев работы подвели полицейские. Итоги работы за 9 месяцев года подвел начальник Северодвинской полиции перед депутатами. В этом году статистика разочаровала числом изнасилований, вымогательств, разбоев и поджогов. Меньше стало умышленных убийств, угонов, причинений тяжкого вреда здоровью. За колючую проволоку за 9 месяцев этого года отправилось 800 северодвинцев. Отдельно главный полицейский города затронул тему игорного бизнеса. По результатам проверок было составлено 33 протокола об административных правонарушениях, изъято и арестовано 161 единица оборудования. По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено решение о наложении штрафов на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей. Изъято более 9 килограммов наркотиков и зарегистрировано 187 наркопреступлений. К сравнению, в прошлом году и наркотиков изъяли меньше на 3 килограмма, и количество наркопреступлений зарегистрировано меньше. За незаконный оборот запрещенных веществ в тюрьму отправились 63 жителя нашего города. Северодвинцы все чаще приступают закон и в состоянии алкогольного опьянения. Особенно напряжена обстановка на дорогах. За 9 месяцев текущего года в ДТП погибло 10 человек. Несмотря на пугающую статистику, Северодвинск считается одним из самых безопасных городов страны и области.